Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Артём и Артур. Всем привет! Мы продолжаем играть в группу зомби. Мы находимся около кинотеатра. Мы забрались на его крышу. Нужно зачистить это помещение от местных Wait a зомби. minute. Это игра про зомби? А я все время убивал, не пойми кого, да? Да. Короче, это местный кинотеатр. Вроде нас послали для того, чтобы разведать. Стоит ли вообще здесь убежище оборудовать или нет? Судя по всему, стоит. Сейчас почистим, конечно. Потому что, как сказали, тут всего один вход. Ну, один-два окон нет, поэтому здесь неплохое место для обороны, на самом деле. Ребята просто тащатся с моей катаны, как и я. Офигенно, что ты собрал. Так, ну, ладно. Красивое место, кстати. Такое. Да. Dirty money, dirty tricks. Rar. Так, вниз, походу, там еще. Они сейчас сами, наверное, прибегут. Хотя не факт. Смотри, что такое. А это энергетический напиток. Прикольное такое место. Угу. Мне тут красиво. Нравится. Да. Зал ожидания такой. Так, а что такое? Попкорн. Просто бутылки. Так, ну хорошо, идешь? Да. Люди хотят выйти. Ох, как хорошо эта женщина влупила меня. Лежать. Ой, ну что ж ты такой без руки, да? Ой, укусил обидно. Бам. Бам. Ой, я что-то завис на лестнице. Алкоголь у нее был. Понятно, почему она так сильно била. Спи, сна сейчас будет. Ты сможешь? Смотрите все. Нет. Ну. Я почти попал. Это сложно, я понимаю. Дорогу молодым. Особенно мне. На геймпаде. Это нормально. Хорошо ты его. Он думал, его никто не видит. Такой бар. Даже расстроился, по-моему. Там, блин, живой, что ли? По-моему, у меня что-то отвалилось. Зрительный зал? Все-таки. Ага. О, зрительный зал, это круто. Даже боюсь представить, что там будет. Сейчас я познакомлю их со своим. Ты там, кстати, сейф открыл? Say hello, да. To my little friend. И что там было? Не знаю, у нас как раз диалог начался в то время. Что-то как-то... Ой, я просто настреваю, что-то я не могу выйти. Пришлось дверь открыть, закрыть. Смотри, как ломились. Но не да. Заломились. О, так, ладно, пойдем познакомимся. Тут такие именно стены, все в крови. Ага. Жутковато. Да я. Давай. Смотри, как это делается. Хоть. А, блин. Не, ну анимация это нечто. Ручки так вместе, так знаешь. О, здоровый какой. Не, смотри, так, как так. Ты нормально вошел так. Все умерли. Это я так для сразу. Я уже думал включить, может, потом думаю, да не, он справится. Капец, кто-то. Кому-то кино явно не понравилось, если смотреть по полотну. Ух ты, это как-то очень страшная первая, когда она в кинотеатр пришла. С курицей там. В жопу себе шикни. Я заплатил за билет столько же, сколько и все остальные. Это как. Мерси Баку. Как его зовут, господи, забыл. Жаклин? А, Жаклин, да, точно. Прикольные кресла такие, креслы. Тогда царь во дворца, на трон сел. Ходи то, делай сюда. Царь во дворца. Мерси Баку. Сильвупли. Жены можешь спасти жур. Это какой-то анекдот про этого, про поручика Ржевского. Где он такой, что-то там все вежливые были. А как мы туда пойдем? Куда ты идешь вообще? А, да вот. Просто мы наверх забрались. Что-то я не помню, но... В проекторно. Не вытерпел, что-то дал пендаля Ростова и кричит «Синема плед!» Все, схватились за оружие. Там что-то говорит. Thank you so much. Nope. Да и ты тоже как бы.
Да еще бы. У нас есть опыт в этом деле. Мы мутанты. Нет, это было смешно, конечно. Вау. Ну хорошо, мадам, мы справимся, не волнуйся. Только сначала починись, предлагаю тебе я. А там вроде как у меня ничего особо. Я в основном огнестрел. У меня катана неплохо так покоцалась. А рубит хорошо, но быстро ломается. Так, это что ты там делаешь? Закрыл ставни. Ключ нашел. Ты какой? Отстань. Ты с компьютерами на ты? Да. White dead this winter. Здесь нет ничего. Так, какой-то... тут вниз интересно, вверх. А вот сюда. Блин, я там тоже пока закрываем. Эти... смотрел. Закрывашка. Ну и чё, как у тебя там? А, вот, смотри, да. Вот. Норм. Походу, всё. Пока я постеры там разглядываю. А на втором этаже чё? А, ну, там подъем, да. Ну и сейчас, так. Я думаю, на крышу надо будет пойти. Или... А, нет, сейчас к ней вернуться. Ну, типа, сдать. Она направит нас на крышу, я думаю. На путь истины. Угу. Давай, похвастайся. Я не хочу с ней разговаривать. Почему? Ну, противная какая-то. You might want to go over there. If you need more information, speak with Cecil. Гост, ты говоришь. Окей. Мы уже идем. Слава богу. Как же вас не хватало-то. Да, от них помощь вообще очень сильная. Угу. Очень много. Может, она какая-то больная, и сейчас всех нас травить начнет. Как каких-нибудь там Walking Dead. Mm-hmm. Каннибалы. Может, она каннибал. И припасов с нас взять. Тоже верно. Что-то слишком доброе. Убей ее. Что это за голоса в моей голове? Нет, хозяин наш друг. Да-да-да. У тебя нет друзей. I'd like to go with you. You're welcome to come, but no promises. We're all in the same boat here, and as far as I can tell, the son of a bitch is sinking. Any luck contacting the base? No. Maybe their radio is dead. What the hell happened here? The disease spread so quickly, the army created a quarantine zone. They said they... Я там тупо кофе пью. Меня это не интересует. Там явно не кофе. Смотрите, кто говорит. Look, they must have thought those citizens were infected. Otherwise, they would never have done something like that. Sure they would. Just like they did with Nog. Just like Nog. And that's just how it works. Is Harlow here? I thought she was with you. Who saw her last? I thought we ran like crazy. I thought she was with us. Fuck! You left her behind. Just like you leave us all. Jesus Christ, woman. Get a grip. Or what? Посмотри. You gonna hit her? На что нам приходится идти. Они даже не могут друг за другом следить просто. Everybody, just calm down. It's the chemicals, the mutagens. Look at them. They can barely control themselves. Come on, people. We've gone too far to give up now. Stay here while you check the base. The guards make trouble, I'll talk to them on the radio. It's the only way we're getting out of this alive. Do your job. We're leaving no one behind. Вы, ну, говорит, окей. Идите вперед, а я останусь здесь. На разведку. Закуска. Тебе нужно что-то купить? Я думаю, мне что-то продать нужно. Торговать, да-да-да, продать надо. Superfly. Ты видел это? Постер.
Супер муха. То есть обычной мухи было мало. Обычной мухи было мало. И тогда пришла она. Супер муха. Разакатана. Так, ну тогда можно обычную автоматическую винтовку продать. В принципе, как-то вот так. Купить у него, в принципе, даже особо нечего. Патроны бы он продавал, я не знаю, там... Аптечки, пожалуй. Аптечки-то... Они стоят копейки вообще. Ну да. Мне аптечек надолго хватит. Все. Так, хорошо. С Марвином поговоришь? С ним и надо только, походу, да? Ну, да. Что он сказал? Возьмите саморез. Томагавк, прикинь. Офигеть. Ну-ка, это интересно. Так, он мне уже нравится, но я хочу его. Так, а где он? Что-то я не вижу, не вижу, не вижу, не вижу, не вижу. А вот томагавк. Я хочу его прокачать. Это будет смешно. Так, для этого нам нужно... А, вон там у нас наверху. В операторской. Нет, не тут. Это нам нужно на этаж выше. А вот здесь, да. Точно, вот. Блин. В итоге ты, короче, опять не пошел. Что там? А, сломанный, господи, отремонтировать. Ремонтировать томагавк. Прокачать томагавк. Денег вообще не осталось практически. Вроде норм. Пусть пока не буду качать, он так неплох. Так, еще, кстати, что там насчет модернизации? Алмазная грань, модификация и описание: бриллианты — лучшие друзья женщин. То есть отлично. Грозу поставлю. Окей. Так, я пока пошел. Из него прям аж молнии бьют. Вообще вот эти молнии самые полезные, по-моему. Ну, по области лупят, конечно. На консерву. Кстати, да, за нее там нехило можно денег поднять. Вот так же левел. Так, чё я? Я связываюсь с армией? Да. Так. Короче, с солдатами воевать сейчас надо будет. Взрывать ворот неплохо. Мы не начинаем войны. Мы их заканчиваем. Может, он сдох? Да, скорее всего. А они там уже без понятия вообще сами себе. Сложность очень высокая. В итоге нам дадут Desert Eagle. Да уж, не самое ценное. Ну, пошли. Как мы выйдем отсюда? А я думаю, также через крышу. Честно говоря. Там, с улицы кто-то орёт. Подожди, она... Про патроны что-то там? Да-да-да. Про зарплату, кстати, это правильно. У неё неплохой тут выход. Ага, да-да-да. Молот, течка и бухло. Нормально. Так, ну вот та самая лестница. Ну и в принципе 149 метров, это я так понимаю. Ну как карта, я ни разу карту этого города не смотрел, кстати. Ууу, через мостик пилить. Не очень далеко, кстати. Ну там 140 метров, господи. Снизу бронированные могут быть. Нет, тут вроде нет. Обычные ломятся. Обычные, ладно. Хорошо. Нормально. Бля, что-то меня с молотоком шарахает постоянно. Он же по области лупит. По короче, идее. Нам куда-то... О, а там что такое интересное? Ой. Ого, там опять что ли эта тварь? Да походу. Давай сначала посмотрим, что там. Давай. Блин, эти прыжки. Да не толкайся.
Там первый! О, кирпич. О, кирпич. А, так мы тут были, подожди. Ну, не было. Тут этот самый верстак только и все. Ну ладно. Там вас машина пытается угнать. Это спецэффект. А, понятно. Давай, хватай свой кирпич и пойдем. Он без кирпича поешь. Да, скучный. Я боюсь даже его в руки брать. Ты он может таких дел натворить. Пошел. Так, что-то кто-то орет, а никого не видать. Это хорошо. А вот. Ну это вообще что-то несерьезно. Да блин, откуда орет? Откуда-то он оттуда? Ну ладно, пусть и орет. Так что звук такой? Как будто там Годзилла, блин. Ну бахни его. Долет. Шо? Фрукт, закуска. Ой, этот откуда? Это электричество. У меня просто почтовая открытка тут на столе. Сейчас, подкрепиться надо. Так, кстати, да, подкрепиться. Что, где, кто? А там на столике лежало. Да вот тут она лежала. Или, может быть, это я ее взял и тебе тоже засчитал. А, вот, видишь. Хорошо. У меня уже 230 из 250. Охотник за сокровищами. Испытание. Так, и что? Где-то. Ну, я думаю, наверх сюда. Больше вроде как не. А там еще какой-то квест. Круто. Нет, это так помечается, когда, по-моему, по этому квесту куда-то войдешь. Помогите с его работой, Демиану. А нет. Модификация Скорпион. Так, аптечка нужна тебе? Аптечка. Ну, я, в принципе, их столько купил, что там еще одна лишняя будет. Так, починим свою катану. Хорошо. Смотря какую. Какой-то он пределах разумного. Короче, ему, похоже, нужно их таскать, да? Электротерапия. Это регулярно? Чертеж даст. Нет. Ну. Он даст нам чертеж за выполнение. Электротерапия. Будем брать. Бери. Так, если походу найдем где-нибудь. Принесите конденсатор. Окей. Все. Погнали. Так, что там такое? Секунду. Ничего вроде, да? Консерв нету никаких. Да. Так. Блин, по-другому не спустишься. Я хотел там опять нас показать. Да высоковато. А, ну тут рядом совсем. С этим конденсатором. Тут в этой области надо искать. Ну ты выбрал, да, этот задание? Ну, она автоматом высветилась. Блин, да кто так орёт-то? Да вообще... Жуть с ружьем просто. Вот я нашел. Один нужен, да? Да, да. Делов-то, господи. Ну, зато сейчас дадут чертежик. И опыт, и денежку может. Так что. Я думаю, денежку неплохую дадут. Не зря сгоняли. Конечно. Че? Вообще, что ли? У него вообще, походу, с баней беда. Ага, не так все просто. Электродная лампа. Себе. Короче, нифига он нам не дал. Орудие пыток какое-нибудь делает. Не знаю, может он хочет в себя прийти. Как бы. Да, с помощью электродов куска. Да. Так, один через 124, другой через 200. Далековато. Ну, я думаю, как раз сходим, а в следующий раз уже пойдем по сюжету, да. Квесту. Нам по-любому давно придется сейчас... сайдов не выполняем. Да, что нам придется вот сюда. Здесь мы встретимся с тем, кто издает такие приятные звуки. Я не хочу.
боюсь. I'm scared. И пошел в другую сторону. Подожди, я пошел там, где 60 метров. Там, где... Ох, кто там так завывает? Слышу. Ух, сколько вас тут. Шумят, в смысле. Я не вижу никого, я думаю. Сейчас, я думаю, увидим. Вот там чуваку помочь. Ух, там их сколько. Смотри. Вон он. Да не вставай ты уже, ну. Хорошо. Так, он там наверху. Всех, да? Ладно, пойду поговорю. Давай. Там на соседней крыше. Мужчина явно хочет нам что-то сказать. Да берем, не отказываемся, как бы. 2600. Ну-ка, сундук откроешь. Серп особой заточки. Нормально. Так, я хочу туда зайти. А, подожди, чуть-чуть. Нет, мы отсюда, да? Сейчас, может, спрыгнем. Хотя мы убьемся, скорее всего. Ну, тут, в принципе, баллон есть, зато. Можно туда в гущу. Да, блин, я уже отсюда ноги себе повредил. Да, я тоже спрыгнул, упал. Нормально. Мне кажется, надо вот отсюда. Сверху? Нет, вот сюда. А, окей. Есть очередная Warzone. Ну, и убежище Мерцера Слоута. Не думаю, что сейчас больно стоит туда ходить. Угу. Честно, блин, надоело уже. Они одинаковые, да, все равно. Как-то и толку. Куда ты там упетлял? А, вон. Проблема с прыжками опять. Да. Извечная. Может, тут вроде как были везде по этим, но тут не было этих персонажей всяких. Так, мы тут ищем какие-то лампы. Вот я нашел одну. Окей. Безэлектродная лампа. Круто. Кирпичики. Я туда не хочу. Давай не будем прыгать. Ой, только не упасть. А, не застрял, как обычно. О, ты упал. Пес. Я в самом печальном месте на свете. Где? В жопе. Мужчина, зачем у вас голова отвалилась? Так, короче, спускаться не надо, я думаю. Пойдем отсюда. Так, а вот и я ж об этом. Окей. Так, ну я к тебе туда попасть не могу, наверное. Почему? Там лестница вроде была. Нет, но... Я не могу до тебя допрыгнуть. Я сейчас просто поднимусь по-другому. Хотя, сейчас попробуем. Недопрыгивательно. Да просто спустись. А, не, получилось. А, всё, да. А смотри, там что-то наверх какой-то есть. Ты видел? Ага, и там что-то током бьет. И там можно почти на самую крышу залезть, на самом деле. Погнали, посмотрим. Блин, я с твоей стороны не могу. С твоей, с твоей. С моей разве? У тебя там есть своя лестница, у меня тут своя. Но с моей стороны по лестнице проходит ток, поэтому лучше к тебе туда. А как я тут залезу? А, вот. Нифига не вот. Ладно, пришлось равно буду нырять. Ну, короче, ладно. Привет. Как-то так. Да, блин, это лестница. А, вон тут есть, оказывается, леса, а я их не вижу. Ну. Там быстрее. Я пытаюсь. I'm trying. Come on. Так, 140 метров теперь на восток. Что же? Кстати, там может быть? Отсюда и дойдем. Может быть. Нет, вряд ли. Тут чертежик. Яд ассасина. Хрупкий. Костюм ассасина нет. Там нет солдитор какой-нибудь. Да, ты что тут бы сейчас? Представляешь, что было бы? Жнец. Молот. Блин, жнец. Ну прикольно выглядит так. Я не держусь. Наверное, возьму. Хотя мне она не нужна. Так, ну и ладно, уходим тогда отсюда. Так, чисто ради чертежика стоило сгонять, в принципе. Надо. Блин, интересно, что там.
Да ничего там нет. Я сейчас точно убьюсь, как обычно. Куда ты пошел? Все равно отсюда придется Явно подниматься. не туда, и чувствую, я сейчас все равно упаду. Да, Да прыгай, придется. прыгай. Ой, почти все здоровье ушло. Я еще Блин, не я ярость постарался. вызывал. Вместо того, чтобы подлечиться. Упорот. У меня сейчас, когда ты ярость используешь, скорость поднялась. Передвижение. Тоже, кстати. О, там этот здоровый стоит. С тяжелой рукой. Ой, ну он нафиг. Пошли, пойдем. Ой, так тяжело топает. До свидания, пишите письма. Ты так... Слабак. Лузер. Джим. Джим. Вот тут молятся. Кот там уже упетлял, как обычно. А-а-а, нет, тут эта кричащая мразь меня сейчас запинают просто. Не-не-не, все нормально будет. Лечись, лечись. Ой, ой, ой. Ой, как больно, я шупал. Так, спокойно, все у нас получится. Да, я думаю, да. Да на, господи. Вот еще вот такого вот. Понатыкал мне. Еще так повыбирал, знаешь, там. Ну, ладно, на тебе такого там. Как колоды карт. Ага. Жидкий огонь, китайский меч. Мне название в этой игре просто убивает. Но еще неизвестно, как она на самом деле называется. Наши ж как локализует. Ну да. На переводят. Да. Капец там, брутален. Да, дробовик вообще решает. Топор тоже. Решает бруталы. Решает, да. Остальные выполняют. Да. Так, мы интересно пройдем, да чувствую. Я чувствую, пройдем. Чего бы нет. Да, просто не вижу как бы и других этих самых. Мы сможем. Хотя, мне кажется, вряд ли. Плечи пройдем, проходим. Как раз. Значит, плечи пройдут. Ох, смотри, здесь какие-то баррикады такие с колючей проволокой. Бульдозер. Тишина такая. Да уж, это все не к добру, мне кажется. Так, ладно, я лучше лестницей воспользуюсь. А ты еще услышит хруст костей. Убьют. О, с той стороны, ребятки. А с этой, я так понимаю, зомби-то нет. Здесь, похоже, зачистил кто-то. Поэтому нужно брать огнестрел. А нет, смотри, стоит. Охо. Нифига ты ему втащил. Огнестрельное оружие 5 уровня стало. Так, здесь у нас бриллианты были. Я бриллиантов набрал. Мы богатые. Rich. Rich people. I'm an Englishman. I'm an Englishman. I'm an Englishman in New York. У меня голос прекрасный, я знаю. Па. Чё хочет? Вообще. Не! Оп! Обиженный голос такой у него. Не, ну смотри, я спокоен, что они с этой стороны, а мы с этой. И что-то мне подсказывает, что когда-нибудь да они вырвутся. Нет, нет, ты что. Так, нам походу на крышу на это надо подняться. Наверное. Ну поднимайся. Я подвожу этот пирог, это все. Хотя не факт, тут тупо этот, опять же. Верстак и все. Блин, и все. Здесь такое ощущение, что, кстати, у меня же очки умений. Такое ощущение, что люди вот именно какие-то эти, типа, блин, ладно, не важно, я забыл про что хотел сказать. Опять упоротый снимаем, если что. Факт. Если кто не понял. Так, вероятность найти может модернизированное оружие. Окей, я нашел. Я создал дробовик гордости. Это у меня такой. Перегоржусь. Да, я своим очень горжусь. Я мыло нашел. Свободе очень не повезло. Ой, рука отлетела. Ой, а кто эти? Как-то так. Смотри, сзади встал. Ничего так прикалывают, когда они
бошками об стену бьются. Мясо оторвал у него. Да. Гордость просто. Нации. Ага. Он мертв. Нет. Он был мертв уже давно. Так, куда мы идем вообще? Мы идем искать запчасти. Не знаю, ты видишь, ты куда-то убежишь, я тебя потом по карте ищу. Зеленая, типа зона. Что нам надо лампу какую-то найти? Лампа, да. Она, я думаю, наверху там лежит. Похоже. Тут что-то. А, вот смотри. Нашел. Есть. Так, ну пойдем наверх, посмотрим, что там. Здесь ящик. Ура! Тут танто, который брать не буду. Follow me. We all... Ура! Я перепрыгнул с первого раза. Это что-то новенькое. Так, кирпич. Кирпич нужен нам, нет? Ну, может пригодиться. Армейский нож. Прикольный, кстати. Как у Рэмбо. Точно. Точно как у Рэмбо. Ну, тогда да. Ладно. Зачем тебе этот сундук? Ой, сундук, говорю. Показалось, ты сундук несешь. Блин, а почему вот этот вот трактор нельзя взять и поехать на нем? Выкорчевывать их тупо, да? Зомбары. Было бы знатное мясо. Да. Так, ну что. Все. И сейчас такой. Вы кто вообще такой? Зачем вы принесли мне? Чего вы приперли? Идите отсюда, сейчас милицию позову. Да блин. У вас крылья наутилусов есть? Компакт-диск. Че тебе надо? Иди отсюда. Сейчас милицию позову. Офигенный фильм. Ага. Так. Я что-то не помню этих мест. Мы тут были вообще, нет? Естественно. Естественно, нет. Со спины да. Просто кто-то идет, по-моему. Мужчина. Мозги. Брайнс. Ой, это ты бежишь, я тебя чуть не пнул. Мы просто с другой стороны сейчас зашли, и так, норм. Нет, меня тут не было. Какой-то переулок вообще. Тут могут и... гопнуть. Ой-ой-ой, не ходи туда. А что там, что там? Там много их. А, ну там, видно, спасти кого-то надо. Пойдем? Да, спасу. Здрасте! Шотган. Бичес. Решает. Ой, да не за что, братин. Пообщайся там. Да, пойду. Там внутри, по-моему, что-то. Кстати, блин, эти прыжки постоянно откидывают назад. Ты япона, мать. Так, дедзон очередная. Да ну эти дедзоны. Да вот и я тоже. Поднимают время. Это мы уже поднялись. Он там? Он торгует, у него есть планы и детали. Во, модификация деток. О, блин, я сейчас понакуплю. Инферно. Боже, так гордости у меня уже есть, по-моему. Нет, это не то момент. Модификация акула. Чё она такое? Интересно. Еще бы он продавал патроны. Это было mm-hmm. вообще круто. Для гвозди пистолета продают, для сигнального пистолета. Так, ну ладно, я ему продам, пожалуй. Да вот это продам. Так, ружье. Это я так не использовал. Это тоже не буду. Все, нормально. Так, а продать, говоришь, можно еще, да? Ну да. Я пока внизу посмотрю, что там у него в этом вагончике. А, нет, там ничего нет. Немощный серп. Шо? Можно было бы набрать, конечно, и продать ему. Да ладно. Так, вот тут, кстати, наверху сейчас можно будет что-то создать, если денег хватит и предметов. Ну, там, в принципе, оно при покупке было видно. Хватает их, нет.
Я не могу подняться, а ты можешь, да? Ладно, расскажешь, как там. Как все А вот прошло? я тоже могу. Так. Короче, игра временами такая... Ух ты, Такая, русский. окей. Изолента, круто. Батарея. Так, и в итоге мы имеем детокс-винтовку. Ух ты. Мне, конечно, интересно, почему мы используем для этого, скажем, олеандр. Ну, это растение для улучшения винтовки. Ядовитые растения и пара других ингредиентов быстро превратят вашу винтовку в аналог лука. Я не хочу лук, я хочу винтовку. Окей. Я, по-моему, даже и покупать не стал эту модификацию. А, нет, покупал. Ну, Да, ну ее не-не-не. нафиг. Починить я ничего не могу. И улучшить, в принципе, тоже. Мне не хватает, по-моему. Ну, короче, я сделал себе такую. Не знаю, Окей. что мне это даст. Я думаю, будет круто. Хуже явно не должно быть. Сейчас такие пум-пум, стрелы деревянные вылетают. Еще по одной в ствол вставлять Да. надо, как раньше. Насколько натянешь курок, настолько полетит. Да. Так, и мы, кстати, пришли уже в знакомые места. Да. Крики эти опять. Душераздирающие. О, а че он молится? А, он ест. О, капец, она по три штуки стреляет. По три патрона. Тогда и понятно. ФАМАС такой, короче. Да нет, у ЭМ как раз таки. А, ну да, тоже. Так, сюда? Нет, не сюда. Не-не, вот сюда. Рановато. Здесь сейчас будет кротить, а мы такие. А, блин. Так, тут народ не появился еще. Да, вот, вроде спокойно бы. Все. Да Тише. Нет, стоит кто-то. Временами меня клинит почему-то, когда я делаю всякие разные удары. Да бывает, да, у меня тоже. Хорошо, полетел к дождю. А, ну и это дождь, и дождь пошел как раз. Ага. Оп, мобилка. Опа, кирпич. Не. Что это было? Резкая вспышка, потом ничего не помню. Да-да, зашивали проснулся долго. Утром. Ладно. Розетка, компросил. Ты посмотри на его лицо. Там вообще это же генерат. Настоящий генерат. Свободе очень не повезло. О, господи, он задрал. Катушка. Чё он там соберет? Солдат на базе. Ну, короче, как-нибудь потом, как солдатам на базу. А, мы и так солдатам на базу идем. У него, кстати, по новой средней аптечке появилась. Круто. Наверное, круто. То есть, в принципе, осталось сейчас на базу только, да? Угу. Круто. Нормально. Ох, спускаешься. А, ты так десантировался. Да-да. Так, ну ладно, чё? Давай мы... На базе уже, я думаю, и давай, для него найдем. Давай мы вернемся в кинотеатр, а то дождь такой. И на сегодня, наверное, прекратим. Потому что уже давай. Зрители, наверное, успели заметить, что мы в прекрасном состоянии совершенно. Не пятая молчим. Серия, да? Ага. Подряд пятая серия, так что нам норм. Короче, ну за сегодня вот эти вот пять серий было много прикольных событий. Угу. Ой, тоже какой противный. В следующий раз пойдем к солдатам. Не, вон там понравилось, где там загорожено было, вот это колючая проволока. Угу. Там явно народ... Бульдозер. Ага. Женщина. Сейчас пыщ-пыщ по пуле в бошку нам. Вы говорите, наели. Этой идеи до сих пор. Апокалипсис. Наступил апокалипсис. Да. Так, а чё? Поддержать сообщество. Ну вот еще психологам не хватало выступать. Так, ну что, закругляемся тогда. Да, увидимся в следующей серии, там со свежими силами пойдем чистить этот город. Ну, конечно, придется вспоминать, что где находится. Ну ничего. Ну ничего. Вспомним. В следующий раз засядем. В общем, надеемся, вам понравилось. Пойдем отдохнем маленько. О, всего хорошего. Пока. Всем пока.